Куда это мы выбежали? Мелкий, куда же нам спрятаться от охотника? Мы будем от него прятаться. Если он на нас нападет, мы примем бой. Ананасы повезли! Как я люблю ананасы! Такие сочные, вкусные! Толстый, тебе что не дай, ты все любишь, лишь бы пузо свое набить. Собственно, я дожила! Друзья, пойдемте покатаемся на тарзанке. Все за мной. Вот это класс! Ух ты, супер! Полетели! Противная чайка! Я покажу тебе, как наши шейки лопать! Что это за здание? Да это же футбольный стадион! Стадион? А что это такое? Пойдем в футбол поиграем! Это что за дядька? Что он от нас хочет? Сейчас мы ему гол забьем. Давай, мелкий, мы должны выиграть. Поймал. Опять поймал? Гол! Длинный? Видишь, вон двое. Знаешь, кто такие? Кто? О, это жулики. Да что же это за страна такая? Кругом одни жулики. Что будем делать? Сейчас мы их напугаем. Полиция! Куда удрали? Ой-ой, мы попали в бандитскую перестрелку. Это же те жулики, которых мы напугали. А другие вроде не бандиты, а нормальные ребята. Надо им помочь. Кому помочь, бандитам? Да нет же, хорошим ребятам. Только бы нам под пули не угодить. А давайте опять попробуем напугать этих жуликов. Классно придумал! Хорошие ребята полицию боятся больше, чем жулики. Да, странно. Зато пистолет нам достался. Стреляй, мелкий. Получайте, бандики. Мелкий, птичку подстрели нам на обед. А птичка-то не простая, с пистолетом ходит. Как же нам победить? Вау, мелкий, молодец. Искупал злодеев. Прыгаем в фонтан.
Крутяк! Длинный, быстрее там шевелись, а то на карнавал опоздаем.